В Кустанайской области создан план празднования 30-летия независимости страны. В него вошли культурно-массовые, спортивные, имиджевые мероприятия и инфраструктурные проекты по 12 направлениям, разбитым на каждый месяц. Всего 191 пункт. Но и эта цифра еще не окончательна, отмечает в управлении внутренней политики. Причем, как отмечают чиновники, формат всех мероприятий будет определяться индивидуально с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Важно понимать, что реализуемая сегодня модернизация страны направлена на последовательное раскрытие потенциала людей во всех сферах. Поэтому необходимо охватить все категории и слои населения, в том числе трудовые коллективы, субъекты и работников малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, а также самозанятых. Очень важно, чтобы сами организаторы прониклись и поняли, что 30-летие независимости – это итог планомерного развития. Мы должны показать, что достижение страны – это сопричастность каждого казахстанца к созданию независимого и сильного государства. При этом мероприятия уже начались. Проведен республиканский чемпионат по ЖКПЖК. Стартовала рубрика «История кустанайского спорта» на официальном аккаунте управления внутренней политики. А в социальных сетях проводится акция «Туган Ельгемен Алгыс». Управлением образования проводится областной заочный конкурс детского кино. Запущен областной инновационный медиапроект «30 вершин независимости». Чиновники рекомендуют акиматам и городам усилить работу по размещению визуальной информации, к примеру, билбордов. Активно надо оформлять, надо усилить информационно-пропагандистскую работу. Все наши действия должны быть направлены на улучшение инфраструктуры, на улучшение благосостояния населения нашей области. В год 30-летней независимости каждый житель должен почувствовать улучшение. Над этим мы должны все работать. Не просто это праздновать, а вот такие эти проекты, как марафон добрых дел, вот, волонтерское движение, другие вот мероприятия, они должны сплотить наше население и решить более глобальные задачи. Помимо этого, в 2021 году совместно с крупными предприятиями региона в городах и районах области будут открыты аллеи независимости. Запланировано открытие площадей государственных символов с установкой флагштоков. Кстати, аким области поручил главе Кустаная предоставить в течение 10 дней план размещения такой площади в областном центре. Также, по словам чиновников, в этом году выпустят краеведческие книги об истории и культуре каждого региона Кустанайской области как дань уважения прошлому. Диара Ахмечен, Татьяна Калюжная, РТН.